король асфальтовых джунглей. Dodge Challenger SRT8, гордящийся своим легендарным предшественником, производится на заводе Chrysler в Онтарио и сочетает стильный внешний вид и умопомрачительную мощь. Автомобиль комплектуется самым мощным из устанавливаемых на Challenger атмосферным двигателем Hemi V8 объемом 6,1 литра, а также алюминиевыми суппортами Brembo с малым динамическим сопротивлением. Challenger SRT8 проходит цикл от ускорения до 160 км в час до полной остановки менее чем за 17 секунд. Двойные круглые фары, гоночный капот и фирменный неразрывный задний фонарь по всей ширине кузова способствуют созданию классического облика, вдохновленного легендой 70-х. Можно считать, что история переписана заново. Машина, преследующая красную Альфа по East Gorge Freeway, ответьте. Утверждаю, центральные. Сближаюсь с нарушителем. Идите! Нарушитель развернулся. Нужна помощь. Задействуй перехватчика. Соблюдайте осторожность. Дорогу перекроют в указанной позиции. Спутником потеряно. Всем машинам. Нас глушат. Следите за целью. Мы столкнулись. Моя машина получила нет. Мы отключены. Нарушитель использует подавитель. Выполнено. Дорога впереди перекрыта. Нарушитель задержан. Погоня завершена.
4 двери, 4 сиденья, 8 цилиндров. Пока что все так же, как и у остальных. Но эта Panamera — одна из множества турбированных моделей Porsche с увеличенной мощностью и огромным списком опций, включенных в стандартную комплектацию. Panamera Turbo использует семиступенчатую PDK — Porsche Doppelkupplung, фактически представляющую собой две коробки в одной и поэтому требующую два сцепления. Два раздельных входных вала, один внутри другого, образуют систему, при которой мощность передается только через одну половину коробки, а вторая отвечает за выбор следующей передачи, обеспечивая быстрое и плавное переключение. В Porsche верят, что функция определяет форму, все остальное неприемлемо. Перед, центр, задняя часть — во всем безошибочно и моментально узнаются черты Porsche. Особенно стоит отметить боковые воздухоотводы за передними колесами. Своеобразные воспоминания о Carrera GT. Подразделением. У нас чрезвычайная ситуация в Cascade Terrace. Приказываю остановиться! Столкнулся! ЭМИ включен. Наведение на цель. Всем подразделениям разрешаю использование ЭМИ. Был выписан талон. Всем, всем, нарушитель прошел прикрытие. Всем постам приборы зафиксировали резкое ускорение нарушителя. Будьте начеку. Это патруль. Дорога блокирована. Ждем конец связи. Всем машинам. Дорога впереди перекрыта. Дорога перекрыта. Берем его. Нарушитель прошел заграждение. ЭМИ не пройдет цель. Это первый патруль. Перекрыли дорогу. Ожидаем конец цели. Всем машинам разрешаю использование ЭМИ. Повторяю, используйте ЭМИ. Подтверждаю, дорогу перекроют в указанной позиции. Столкновение! Нарушитель врезался. Группу захвата сюда. Нарушитель слишком далеко. Наведение ЭМИ невозможно. Всем постам, машины перекрытия готовы. Жду приказа.
Дух энергии. CCX Competition Coupe 10-я юбилейная серия разработана, чтобы обеспечивать наилучшую производительность как на дороге, так и на гоночной трассе. Автомобиль лишён ненужных устройств и наворотов. В нем все служит единственной цели — достичь максимальной скорости и эффективности. CCX является преемником модели Koenigsegg CC, переработанной под строгие ограничения американского рынка. 4,7-литровый V8, построенный компанией Koenigsegg в сочетании с сверхлегким шасси, позволяет развивать мощность на валу в 683 лошадиные силы на тонну. Эту модель Koenigsegg отличает воздухозаборник на капоте, новая передняя оптика и боковой обвес. Разумеется, и без того прекрасные показатели также отличаются в лучшую сторону. Разгон до 96 км в час за 3,2 секунды. Максимальная скорость 240 км в час. Центральная, всем подразделениям. Запрошено подкрепление на Eagle Crest Road. Всем подразделениям выйти на связь. Чрезвычайная ситуация. Thank you.
600 лошадей ползти не могут. Когда речь заходит об объеме двигателя и чистой мощи, первым среди американских масл-каров вспоминается Dodge Viper. Dodge Viper SRT10 гарантирует и сбалансированность вождения, и новые рекорды. SRT в названии автомобиля означает Street and Racing Technology, группа, работавшая с McLaren Performance Technologies и Ricardo Incorporated над созданием более эффективного и оборотистого 8,4-литрового V10. Чтобы справиться с увеличенным крутящим моментом, потребовались двухдисковое сцепление меньшего диаметра и новейшая механическая шестискоростная трансмиссия Tremec T56. Для охлаждения нового двигателя большего объема в этой версии Viper на капоте установлен больший воздухозаборник и увеличены вентиляционные отверстия. В остальном это классический Viper с его похожей на прицел решеткой радиатора, резным профилем и стреловидными крыльями. Подразделением. У нас чрезвычайная ситуация в Рокингхэм Роуд.
Создаем будущее охраны порядка. Представляем измельчитель. На 50% шире, на 30% длиннее, без подвижных частей. Ставится быстрее 5 секунд. Теперь устанавливается на все машины SCPD.